Здравствуйте. Сегодня рассмотрим тему. Можно ли восстановить страницу ВКонтакте после удаления? Да, можно. Но при каких условиях? Во-первых, чтобы на ранее удаленной странице ВКонтакте на аватарке было наше фото. Без этого ничего нельзя восстановить. И второе, чтобы срок после удаления нашей страницы ВКонтакте был не более 6 месяцев. Если этот срок истек, то ничего у нас не получится. Итак, приступаем. Если у кого есть такая закладка в браузере ВКонтакте, то нажимаем на нее. А если у кого нет, то поиск прописан ВК. Прописали ВК. Нажимаем Enter. У нас открылось вот такое окошко в браузере. Нажимаем на эту ссылку ВКонтакте. И здесь нажимаем «Восстановить свою страницу». Восстановить? Да. Идет восстановление своей страницы. Эта страница была удалена 2 дня назад. А теперь попробуем восстановить страницу ВКонтакте после удаления ее через месяц. Тоже нажимая на такую самую ссылку ВКонтакте. Здесь необходимо уже вводить номер телефона или почту и пароль. Давайте попробуем, восстановится это или нет. И вводим пароль. И нажимаем «Войти». На наш номер телефона поступил звонок, и необходимо ввести последние 4 цифры из этого номера телефона, откуда был совершен звонок. Вот я написал эти 4 цифры, и нажимаем «Отправить». Попали на свою страницу. Теперь нажимаем «Восстановить свою страницу». Все, как видим, страница основного своего аккаунта была восстановлена. Если вы забыли логин и пароль при входе в свой аккаунт ВКонтакте, то здесь дополнительно придется вам потрудиться. Будут задавать много дополнительных вопросов, и вы на них должны ответить. Если все правильно ответите, то, возможно, и будет восстановлен ваш аккаунт ВКонтакте. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.